Добрый день, дорогие друзья, с вами Константин и компания «Стройгарант Анапа». Сегодня мы с вами находимся на улице Цветочная, 29Б, где позади меня вы можете видеть дом 70 квадратных метров. Данный дом он у нас выполнен из газоблока 25-го и будет утепляться 50-й минплитой. На данный момент он утеплен у нас под подшивой, чтобы нам потом его туда не засовывать. Поэтому мы утепляем сначала полностью пояс, потом его делаем, подшиваем, чтобы у нас качество утепления было на хорошем уровне. В этом доме у нас имеется две спальни, один санузел, кухня, гостиная и терраса 24 квадратных метра. Этот дом на сегодняшний момент не имеет еще своего покупателя, хозяина, так что вы можете стать им. Пойдемте посмотрим, что у нас уже сделано внутри. Данный дом имеет с собой земельный участок 5,5 соток земли. Он полностью будет огораживаться, облагоустраивается, и хозяин получит полностью уже готовый, обработанный земельный участок с данным домом. Вы можете заказать и забронировать уже сейчас данный дом. И внутри, и снаружи мы можем сделать уже и цветовую гамму под вас, и внутри сделать полностью отделку тоже под ваш вкус. Подобрать плитку, обои, ламинат, все, что вам понравится. Если вы забронируете до 1 марта 2019 года, то плитку 50 квадратов мы вам стелим в подарок. В данном месте у нас ведется застройка из 4 домов. Это 70 квадратных, 2 домика 65 квадратов и 1 домик 106 квадратов. 106 квадратов и 70 квадратов дома у нас имеются в свободной продаже. Дорогие друзья, у нас сегодня что еще? Это настоящая зима пришла. Вчера буквально еще был дождь, а сегодня утром уже столько снега. Так что приезжайте. На югах тоже снег есть. Данный дом, как я уже говорил, имеет у нас две спальни, санузел, тамбур, кухня, гостиная и терраса 24 квадратных метра. Внутри, как вы видите, уже у нас ведутся отделочные работы, поэтому мы работаем, не стоим, занимаемся. Обращайтесь в нашу компанию, бронируйте земельные участки, покупайте домики. Мы обязательно вас можем встретить в аэропорту, разместить в наших гостиницах, сделать полностью обзор всех застроек и планируемых застроек в нашей компании, чтобы вы остались с хорошим, с большим выбором и в нормальном прекрасном настроении. Всем пока, до новых встреч! Thank you.